Ну что, всем привет. Мы сегодня продолжаем прерванный разговор в прошлый раз, когда мы говорили о старте служб. Говоря о старте служб системных и показывая, как работает этот SystemD, например, я... Какие-то документации по питону. Я намеренно умолчал о том, что в SystemD есть еще один метод активации, а именно активация по прикладной шине, которая называется debus. Идея состоит в том, что вместо того, чтобы давать команды нашему SystemD вручную с консоли, запусти там то-то или останови то-то, помните, SystemKTL? Показывал, нет? Мог и не показывать, кстати. Ну, давайте сейчас с этого и начнем. Вот смотрите. Командочка SystemKTL по умолчанию выводит нам кучу всех сервисов, которые уже активны. Вот их активно сейчас 140 штук каких-то юнитов. То есть это не только сервисы, связанные со стартом служб, это и сервисы, связанные с определением устройств, с монтированием, промежуточные цели, которые таргеты, ну и так дальше, и так дальше. Тут много чего. Вот. Ну, не знаю, кого-нибудь нам сейчас надо поднять и остановить из этих сервисов. Кому-нибудь не страшного. Ну вот какая-нибудь служба, вот смотрите. Я, по-моему, все-таки это показывал. У меня есть ощущение, что я это делал. Вот у нас служба SMB запущена. Вот мы говорим SystemKTL stop SMB service. И вот она у нас опущена. Соответственно, говорим ей статус, она говорит, что ее нет. Вот. Я это неспроста делаю, я это напоминаю, что есть такой интерфейс командной строки для запуска системных служб, потому что мы сегодня будем заниматься, в числе прочего, запуском пользовательских служб таким образом. Говорим ему старт. И вот она запущена, и вот эти самые 4 процесса, вот они перед нами. Ну вот. Так вот, в довершение ко всем остальным способам взаимодействие с системой, демон SystemD, который у нас занимается изменением профиля оперативной системы, умеет также и взаимодействовать с ней через специальную прикладную шину, сейчас я посмотрю там в планчике, как надо было на это заехать, которая называется debus. Вот. Сейчас я на нее погляжу, и мы все узнаем. Вот оно. А, тут сразу сеансы начинаются. Ну окей. Прежде чем... А, да, я понял, почему все сразу сеансы начинаются. Прежде чем говорить об межпроцессном взаимодействии с помощью этой самой шины debus, давайте подумаем над тем, как вообще, что вообще происходит, когда пользователь регистрируется в системе, получает свой логин. Вот он, допустим, залогинился, ну как-нибудь вот так вот, да, там, помните, я несколько раз показывал, по сети, допустим. По-моему, так, да? Что при этом должно происходить? Да, не юзер, а Джордж. Что это при этом должно... Доел. Вот. Что при этом должно происходить? Ну, со всей очевидностью должен запуститься shell. Мы помним, что инвариантом управления системой является командная строка. Вот в данный момент я залогинился на другую машину по сети. Если бы все было так просто... А так просто было, ну, еще каких-нибудь 30 лет назад. Или 20. На этом бы все и остановилось. Но выясняется, что в момент, когда вы логинитесь в систему, вам нужно параллельно запускать некоторое количество программ, которые, ну, просто вот нужны. Например,
к сожалению, нет времени объяснять, но для терминального доступа с помощью по протоколу, как раз Secure Shell, было бы очень неплохо запустить так называемый Secure Shell агент, который держит в памяти ваши ключи закрытые и позволяет подключаться удаленно по протоколу Secure Shell, вводя ключ только один раз. Вот такой агент. Этот агент надо запускать один раз, когда вы оказываетесь в системе, и убивать, когда вы из системы разлогиниваетесь. Казалось бы, никаких особых проблем вставить это в, допустим, тот же самый bash-профайл. Помните, мы его даже редактировали, он нам писал ку-ку. Никаких особых проблем нету. Вставил запуск агента в bash-профайл, в специальный файл, который называется bash-logout, вставил убивание агента, всем хорошо. Вот. Дело существенно более осложняется в случае, если нам нужно не просто зайти в систему, а еще запустить целую пачку приложений, которые обслуживают нашу работу в этой системе. В данном случае графическую подсистему, вот эту. То есть давайте посмотрим вот так. Ну, может, www убрать. Сейчас еще погромче сделаю. Вот, смотрите. Вот сколько программ запущено от лица пользователя Python в нашей системе после логина. Видали? Руками все это делать, конечно же, ну, никто не станет. Вот. Руками я запустил только браузер и терминал. Все. Все остальное было запущено какими-то неведомыми роботами. Ну, какая идея? Идея состоит в том, чтобы залогиниться, запустить графическую подсистему. Вернее так, запустить графический сервер, который называется их сервер. Сейчас вам покажу. Он не от лица пользователя Python, он от лица обычного пользователя, от лица чуть ли не рута запускается. Вот он. Вот он. Дальше запустить программы, которые нужны для нормального функционирования. На самом деле их довольно много. Я не знаю, говорил ли я об этом, но... По-моему, говорил, но для того, чтобы нормально работала графическая среда, нужен не только сервер, потому что сервер просто отрисовывает те графические запросы, которые вы хотите на нем отрисовывать. Например, вот эта вот панель, это отдельная панель, вот та, которая внизу. Как она называется, XFCE-панель? А, вот она. Вот она. Это отдельная программа. Панель, которая внизу запущена. Да? Какой-нибудь обработка содержимого экрана, вот этого вот всего, вот эта вот вся ерунда. Отдельная программа, называется XF-десктоп. Ну и так дальше. То есть... Терминал, отдельная программа, называется терминал. Ну и так, и много еще чего. Да, значит, немаловажная часть – это то, что рисуют декораторы вокруг окон. Вот эти вот все рамочки, вот вся вот эта красотень – это, разумеется, не дело самого приложения, да? Приложение не будет рисовать кнопки, внезапно увеличивать окно или уменьшать окно. Это делается специальной программой, которая называется Window Manager. Вот она. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Для того, чтобы было запущено графическое окружение, надо запускать целую кучу программ. Естественное решение — написать shell-скрипт, который это делает. Все хорошо, но тут начинаются разные такие мелкие проблемы. Ну, например, в какой момент этот shell-скрипт запускать? С
со всей очевидностью после того, как уже запущено сам X-сервер. До этого бессмысленно это делать. У нас X-клиенты не получат соединения к этому X-серверу. Окей. Их запускать все подряд или в каком-то порядке? Ну, некоторые можно запускать подряд. А некоторые можно запускать только после того, как запущены предыдущие. Ну, например, например, сначала нужно запустить вот такую штуку, которая называется settings, где-то она тут была. Ой, очепятался. Во, вот эту. Она по определенным правилам рассказывает всей графической среде, которая называется XFCE, которая используется на этом компьютере, о том, какие конкретно настройки у приложений, собранных под XFCE, есть. Вот. И позволяет эти настройки централизованно менять. Так вот, сначала надо запускать ее, а потом те самые приложения, у которых эти настройки можно менять. Вам это ничего не напоминает? Это очень напоминает старт системы. К сожалению, а может быть не к сожалению, может быть просто так пошло развитие. Проблема организации и запуска пользовательского окружения вот таким вот способом возникла существенно раньше, чем проблема запуска организации программного окружения, называемого операционной системой. Да? Еще где-нибудь 10 лет назад пачка shell-скриптов, запускающая операционную систему, была вполне нормальным явлением. Что касается пользовательского окружения, то у него есть два важных момента, которые отличают его от старта операционной системы, а именно существенно большая связность и существенно более разнообразное количество объектов, которыми приложения могут обмениваться друг с другом. Но в самом деле, для того, чтобы запускать программы под операционную систему, достаточно сигналов. Запустили программу, она запустилась, демон. Послали ему сигнал, ну не знаю, kill, он умер. Послали ему сигнал hub, он перезапустился. Послали ему сигнал там... написанный в документации, он там, не знаю, что-нибудь еще сделал, перечитал базу. Для того, чтобы управлять этим демоном, написана специальная утилита, которая ходит к этому демону по специальному протоколу, и вообще это никак не относится к старту, к работе операционной системы. А здесь выясняется что? Что на рабочем столе есть окна, на рабочем столе есть, ну не знаю, иконки, которые лежат вот здесь, кнопочки запуска. На рабочем столе есть... Трешовница. Где трешовница? Ничего страшного. Не вижу. А вот трешовница. Да? На рабочем столе есть понятие, не знаю, drag and drop. Да? И так дальше, и так дальше. То есть рабочий стол предоставляет, вообще говоря, довольно разумный уровень абстракции. С существенно более сложными объектами и существенно более сложной структурой этих объектов, чем взаимодействие процессов вот, на уровне управления процессом. Ну, в самом деле, ну, не знаю, какую-нибудь простейшую вещь, связанную ну, с тем же самым drag-and-drop'ом. Вот вы запустили файловый менеджер, да? И вот не как в нормальном Unix'е в командной строке, а как вот полагается в файловых менеджерах. Взяли, зацепили мышкой. Файлик. Ну, не знаю, какой-нибудь бессмысленный файлик. О, мой любимый. И куда-нибудь его переложили. Например, вот сюда. Вообще говоря, тот факт, что я сделал drag-and-drop мышкой файлик из того места, где он был, и что нам показывал файловый менеджер, на рабочий стол, и он появился на рабочем столе, абсолютный, ну, не абсолютный, а, скажем так, желаемый инвариант. Так должны делать любые окружения рабочего стола.
Вот. И это стало понятно существенно раньше, чем, чем идея какой-то стандартизации, ну, скажем, взаимодействия системных служб. Потому что системные службы друг с другом особо так не взаимодействуют. Ну, посылают друг другу сигналы, что вот. Поэтому возникло, собственно, две необходимости. И об этих двух необходимостях мы, пожалуй, и поговорим сегодня. Плюс маленький бонус про систем D еще один от Арсения. Спасибо ему. Возникло две необходимости. Необходимость первая – это стандартизовать подобного рода объекты для рабочего стола в программном окружении пользователя. Удивительно, но стандарт этот существует уже лет, наверное, 15, ну, разрабатывается. А следовать ему разработчики, ну, так вот, потихонечку начинают. Поначалу все было достаточно странно, да, у каждого графического окружения, помните, я где-то на первых лекциях показывал, их много разных. Все было свое на эту тему. Свой drag-and-drop, свои иконки, свой способ регистрации этих иконок, свое меню. Ну, вот. И вторая, на самом деле, еще более главная вещь, которая нужна для того, чтобы стандартизовать поведение рабочего стола. Это какой-то универсальный способ описания тех объектов, которые в рамках этого рабочего стола, там, не объект, скажем так, тех данных, которые в рамках этого рабочего стола циркулируют, и способов эти данные послать, принять, обработать на каком-то уровне более высоком, чем просто написание программы. То есть придумать какой-то способ, согласно которому у нас будет достаточно универсальное описание, что вот есть, допустим, мусорное ведро, и это мусорное ведро может принимать файлы. И есть программа, которая говорит, я хочу выбросить файл в мусорное ведро. И есть программа, которая является этим мусорным ведром. И дальше программа по стандартному протоколу выбросить файл в мусорное ведро выбрасывает файл в мусорное ведро. А программа, которая является мусорным ведром, этот файл, ну, делает с ним то, что полагается, опять-таки, по стандарту. Например, складывает в специальный каталог, который называется там точка трэш, кажется. Вот с каталогом все понятно, а вот с специальным протоколом, вообще говоря, непонятно. Что мы имеем, что у нас имеется в этом случае? Имеется в этом случае такое достаточно специфическое межпроцессное взаимодействие, существенно более сложное, чем, допустим, посылка сигналов, сообщений, семафоров, вот этого всего. Процессы обмениваются объектами. Это значит, что должен быть какой-то универсальный метод обмена этими объектами между процессами, который поддерживает, типизацию, чтобы, не дай бог, ну, даже не так, давайте с другой стороны зайдем, поддерживает пространство имен произвольное, чтобы мы могли сказать, мой объект такой-то. Все знаете, мой объект — это трешовница, например, да? Вот. То есть пространство имен самих объектов, которые... сейчас, давайте введем терминологию. Под словом «объект» я понимаю на самом деле субъект, я понимаю действующую программу, которая регистрируется вот в этом пространстве имен. Объект — это, например, трэшовница, это программа трэшовница или программа, которая хочет выбросить файл в трэш. Под словом «данные» я понимаю ровно то, что между ними ходит. Под словом, допустим, шина, я понимаю общее место, которое будет аккумулировать эти пространства имен. Ну так вот, должен быть какой-то метод, какой-то способ объявить о существовании этого пространства имен, где любой объект может зарегистрироваться. Б. Объявить возможность этому объекту предоставлять какие-то услуги для других объектов. Например, услугу по выбрасыванию файлов в мусорное ведро. Объявить возможность проверить, какого формата данные этот объект принимает вот в этом методе. То есть не просто там вот любой
последовательность байтов ты посылаешь, и там внезапно она активизируется и в мусорное ведро выбрасывается. Вообще говоря, переложить файл в мусорное ведро – это операция, которая должна передавать, видимо, имя файла, вернее, его путь к нему полный, да, и еще какие-то дополнительные действия, ну, например, его совсем выбросить или переложить в трэш или еще что-то такое. Специфицировать более сложный формат. И поскольку у нас таких объектов очень много, на шине на этой может зарегистрироваться очень много объектов, этот формат должен быть, ну, обозреваемый. Мы должны уметь проверить, а какого же формата данные принимает данный метод. На самом деле есть еще одна идея, обратная. Это идея связи вот такого рода шины и такого рода объектов с операционной системой друг с другом. Мы сейчас описали функцию push, когда мы говорим: дорогой объект, выброси файл. Но бывает еще функция, как бы это сказать, wait, когда у нас есть некие объекты, источники вот этой информации, источники данных. Например, таким объектом является операционная система. Она говорит: а тут флешку примонтировали. Никто не хочет. Или какие бывают еще типичные сигналы? Ну, кстати, пришла почта, да. Никто не хочет. То есть ситуация обратная, да? Мы вместо того, чтобы обращаться к конкретным объектам, чтобы они нам выполнили какие-то действия, мы говорим: я такой-то, такой-то. Я отвечаю за это самое, обработку почты, допустим, да? А другое приложение, другое, неважно какое, говорит: пришла почта, забирайте. Первый метод, метод по запросу, когда мы обращаемся к существующему объекту, это метод, он называется просто, кажется, сообщение, да, нет? Ну, запрос, неважно, request, сообщение, запрос. А второй метод называется сигнал, когда объект говорит: все, вот, вот вам объект, кто хочет, забирайте. Никто не хочет, ну, извините, нет, ну, как бы, на нет и сюда нет. Вот. Кстати сказать, вот такое взаимодействие, оно вообще никак не прописано, да, то есть мы должны каждый раз писать какую-то клиент-серверную архитектуру. Ну вот, да, изменение профиля системы. Я воткнул новую клавиатуру. Вот типичный пример, который, кстати, до сих пор нормально решить не могу, очень хочу его решить. Вот есть ноутбук с ущербной клавиатурой, там ни лампочек нет никаких лишних. А я люблю, чтобы лампочки зажигались. Вот. У меня на ноутбуке вообще на клавиатуре только одна лампочка, Caps Lock почему-то. Вот она у меня зажигается в случае переключения на русский, естественно, потому что Caps Lock используется редко. Втыкаю нормальную клавиатуру. Я хочу, чтобы по втыканию нормальную клавиатуру произошло три вещи. Первая вещь, чтобы это кто-то обнаружил. Вторая вещь, чтобы у меня перенастроились иксы, графический сервер, зажигать лампочку, ну, я обычно зажигаю Scroll Lock в таких случаях, а вовсе не Caps Lock на этой клавиатуре, по факту ее включения, да? И в-третьих, может быть, чтобы я еще перенастроил клавиши, чтобы, например, у меня там переключение на русский происходило, там более удобные мне клавиши. Вынул клавиатуру, раз, возникло событие, пошел сигнал, приложение, которое отвечает за настройку иксов, посмотрел на новый профиль графической среды, увидел, что клавиатура другая, перенастроил. Вот это все задачи, которые примитивным запуском каких-то там shell-скриптов при старте системы не решаются совсем. Ну вот. Соответственно, ну, тут systemd-user, не знаю, потом его тогда или наоборот сейчас. Давайте сначала с этого начнем. Как это все должно происходить в идеале, который пока что недостижим и неизвестно, когда мы его достигнем, и когда достигнем, будет ли он похож на то, что есть сейчас. У нас, как я уже сказал, уже есть механизм реакции на изменение профиля системы, обработки сигналов, не сигналов, а чего там, ну, событий в системе, да? Построение зависимости одних служб от других и соответствующий перезапуск пачки. И много чего другого. Этот механизм, ну, допустим, используется
системным демоном SystemD, но в принципе сама идея, ее можно реализовать и там еще как-нибудь. Этот механизм уже есть. Почему бы нам не воспользоваться этим механизмом для того, чтобы таким же способом строить нам графическое окружение? Ведь фактически запуск графического окружения, мы только что это, об этом поговорили, это такой же запуск, как запуск операционной системы, только в рамках отдельно взятого пользователя. Вот. Такая возможность есть, она пока что базовая, то есть пока что в силу причин, которых я расскажу чуть позже, на этом фронте еще все еще впереди. Вот. Мы с вами можем этим заняться вполне. Мне тут пришла в голову даже тема такой дипломной, вполне, все вполне прилично. Вот. Выглядит это так. Вы можете запустить свой собственный SystemD, совершенно не обязательно системный, прямо от пользователя. По секрету скажу, он даже запускается. Давайте еще у ВВ так сделаем. Где он? Вот он. От имени пользователя Python уже запущен SystemD. Он запущен с кляузой минус-минус user. Кстати, обратите внимание, что еще один SystemD запущен для пользователя LDM. Это Display Manager, та штука, которая встречает нас при логине. Она запускается от отдельного пользователя, да? И у нее довольно специфический набор прав. Например, она может взять и стать другим пользователем, запустить для него сеанс. Что, вообще говоря, требует нарушений дискреционной модели прав доступа. Да? Значит, ей кто-то выдает эти права. Ну вот. Вот этот SystemD выглядит примерно так же. Тут, значит, для того, чтобы обеспечивать вам зависимость на наличие устройств, показаны всякие устройства и смонтированные файлы системы. Это делается для того, чтобы мы могли написать свой сервис, который реагирует, например, на появление смонтированной флешки или на появление нового устройства в списке устройств. Вот. Дальше, допустим, я хочу написать сервис, спасибо Арсению, который это сделал, который запускается при старте графического окружения. Что я для этого должен сделать? Я должен обеспечить моему, вот этому SystemD, вот этому. Кстати, у него еще там, кажется, как узнать, какой у него адрес, через какой сокет он управляется? Или он через DBusShin управляется? Может, через SystemD, но вообще по сокету. Ну ладно, неважно. Короче, ему SystemQTL знает, как к нему ходить. Просто, ну понятно, у него там есть, открывается специальный сокет, чтобы им управлять. Вот мы туда и лезем, когда говорим SystemQTL. Ну так вот, во-первых, нам нужно рассказать нашему SystemD о том, что иксы уже запущены, и теперь можно запускать иксовое приложение, которое будет выводить на иксовый сервер какие-то, ну, что-то. Вот. В идеале это должна быть последовательность старта графической подсистемы, но, повторяю, она пока что устроена по-другому, и я показываю только некие вот примитивные кирпичики, из которых, по идее, она должна строиться. Поэтому что мы делаем? Мы можем запустить его вручную, или мы можем добавить, как он запускается вручную, вот такой командой. Говорим, дорогой SystemD, у тебя появился новый таргет, он называется Graphical Session. Вот в тот момент, когда мы дадим эту команду, этот таргет появляется. Соответственно, пока мы не дали, у нас SystemD считает, что этот таргет не достигнут. И если мы поставим какой-то сервис, который от него зависит, он еще к этому моменту не может быть запущен, потому что у нас определенная зависимость. Как только этот таргет становится достигнутым. Кстати, как его проверить? А статус ему сказать, да? Так. Что я сделал не так? А, минус-минус юзер. О, вот он. Он уже у нас
Он уже у нас запущен. Вот. Значит, сам таргет лежит вот здесь. Прямо тут написано, где он лежит. Это стандартное место для размещения пользовательских юнитов SystemD. И он достаточно простой, там ничего нет совсем. Да? Он называется Graphical Session. Он требует, чтобы был уже запущен дефолт таргет для этого. Нет, requires это значит... Да, да, да. То есть он не запустится вообще. Вот. Еще есть таргет, который убивает сеанс. Вот. А вот это непонятно что. А это при... Почему автор? Потому что при... При загрузке. Наоборот, при завершении сеанса... Угу. Короче, это порядок выполнения. Окей, я понял. Вот. All isolated, это я даже не знаю, что такое. Это C-группа создается отдельно. Нет. А что это? На каждый таргет, когда isolated, тогда... isolated это другой. Все, я вспомнил. Он тогда отдельный запустится, прям вот как... Он все остальное варит, потому что уже там. Ну вот. Короче говоря, вот, условно говоря, скопированный там из... нужного места и творчески доработанный, точки доработанное описание таргета, который называется Graphical Session. Вот. И этот таргет возникает в последовательности нашей загрузки в результате выполнения вот этой команды, где она тут, вот этой вот команды. Вот. А эта команда, в свою очередь, запускается, ну, я, так скажем, в нужный момент. Я потом расскажу, как. Вот. Теперь давайте опишем сервис, который зависит от этого таргета. Ну, допустим, xclock какой-нибудь. Ну, вот он совсем простой. Значит, если ему нужно какое-то переменное окружение, на самом деле они ему не нужны, я так думаю, то он их найдет вот в этом файле. Процент %t — это временный каталог, если мне не изменяет память. Где он там лежит? Варране? А, слэшране он лежит. Да. Python user 500, да, user ID и вот этот session environment, да, там что-то такое записано. О, ну все переменные окружения там записаны на всякий случай, чтобы он в них мог посмотреть. Вот. А в остальном тут ничего интересного. Запустить вот эту программу. Когда? После достижения Graphical Session Target. Собственно, теперь мы можем сказать systemctl минус-минус user, start, что там, xclock, хлобысь. Именно их мы видели при старте, потому что он запустился. Вот. Потому что таргет был достигнут, и наш пользовательский SystemD запустил вот этот сервис. Вот. Давайте скажем стоп. А, нет, давайте скажем статус сначала. О! Стоп. Таково, повторяю, прогнозируемое мною будущее. Вот. Мои прогнозы могут не сбыться. Но мне бы хотелось, чтобы оно было таким, потому что мы избавимся от решения одних и тех же задач многими способами, у каждого из которых есть свои грабли. Теперь относительно того, как решаются эти задачи сейчас. Давайте начнем с самого начала. Значит, как решалась задача эта раньше? Путем последовательного запуска всевозможных shell-скриптов до сих пор она решается также во многих случаях. У вас запускается так называемый сеанс работы их сервера. Этот сеанс работы X-сервера означает запуск не только самого X-сервера, но еще кучи приложений. И эти приложения по схеме .d имеют свои запускающие сценарии, которые лежат в разных интересных местах, например, в etc, x11, xsession, userd, а там нету, xinit, вот здесь вот. Вот они. Вот здесь, еще почему-то вот здесь. Это пересечение двух разных легаси. В одних дистрибутивах делается так, в других так. Этому легаси, я тогда ему лет, ну, 20 точно есть. А то и два, ну, какой-то из них постарше. Вот, вот,
Вот он, да? Вот он, запуск системы D. Нет, точка D схеме не 40 лет. Точка D схему придумали в Debian. Xunit очень много, да. Да? Значит, запускается вот эта пачка приложений. Потом, на самом деле, в процессе этого еще какие-то приложения запускаются. Потом мы идем вот сюда, ну, запускаем вот этот shell-скрипт, если он есть. А он нету. Потом мы идем вот сюда и запускаем все shell-скрипты, которые там есть. И вот там-то как раз, спасибо опять-таки доброму Арсению, он нам положил соответствующий таргет. То есть, иксы уже запущены, системная часть вот отсюда уже запущена. И после этого запускаются пользовательские какие-то еще дополнительные приложения, они запущены вот отсюда. Там еще старт XFCE где-то, еще весь XFCE запущен. Вот. Это, повторяю, одна из самых древних, один из самых древних механизмов организации рабочей среды, когда мы просто запускаем последовательно все имеющиеся shell-сценарии на эту тему. X-session. Вот, еще есть X-init RC, вот это все. Следующий уровень, который на самом деле вот сейчас и в основном возобладал, это когда графическое окружение само заботится о запуске своих компонентов и делает это, ну, например, там, ну по-разному это делает. Вот. Эй, где оно? Вот оно. Было бы неплохо сделать это не по-разному. Было бы неплохо навести какую-то стандартизацию. Стандартизацией графического окружения занимается команда, которая называется FreeDesktop, и описание всевозможных стандартов, которые они предлагают, стандартов в том смысле, что это не стандарты, а такие, ну, а давайте делать так, ребята, мы придумали вот. Вроде мы продумали все, давайте делать, как мы придумали. Потому что если вы будете делать, как вы придумали, будет только хуже. Вот. Так вот, попытка стандартизировать вот этот вот межпроцессное взаимодействие, обмен между процессами и порядок организации графической среды, она как раз привела к тому, что организовалась вот эта самая системная шина, прикладная шина под названием DBus, которая тоже, кажется, FreeDesktop. Нет? Да? Вроде бы FreeDesktop ею занимается. Ну-ка. Да? Да, но не совсем, я понимаю, есть целая команда. Back to System D. Ха-ха-ха. Вот и, ну да, понятно. Ну вот, значит, итак, что это такое? Это API, то есть соглашение о для программистов о том, как программировать межпроцессное взаимодействие, которое включает в себя понятие собственной шины, это пространство имен, через которое будет происходить взаимодействие, понятие подключения к этой шине или имя этого подключения чем-нибудь таким. Вот эти имена. Что касается имен подключения, то их бывает, как видите, ровно два вида. Первое по принципу, кто первый стал, того и тапки. Я подключился четвертым к нашей шине, значит, у меня будет вот подключение 1.4. Я подключился 59-м, будет 59. Второе, так называемое well-known, то есть такое, которое мы, собственно, анонсируем, что вот наше подключение вот такое. И тут даже вроде как понятно. Например, очевидно, что программа под названием XF-Desktop подключилась к шине и называет себя вот так. Да? Какой-нибудь Power Manager называет себя вот так. Какой-нибудь, ну не знаю, панелька называет себя вот так. Ну и так дальше. И вот, собственно, сам DBus. То есть сама программа, которая осуществляет эту самую шину. Поддержка этой API занимается, естественно, некоторый сервер. Давайте попробуем его найти. Сейчас.
Что? PS, я сказал. Забыл сказать, от какого пользователя. И опять-таки мы имеем ситуацию, что для каждого пользователя, включая, собственно, вот тут месседж, да? Вот это вот дебаз, запущенный для всей системы. Вот этот дебаз, запущенный для... Вот этот дебаз, запущенный для того самого LDM, для Display Manager, который занимается логином. А вот это... Тут их два почему-то. Кто-то залип. Да? Почему их два? Каким я пользуюсь, интересно? Надо думать, что вот этот. Неприятность. Ну ладно. Тут написано минус fork. Может тогда это и один. Не знаю. Короче говоря, вот этот дебаз, который запущен для пользователя Python, и который, собственно, мы, пространство имен которого мы вот таким образом посмотрели. Ну, можно посмотреть более красивым способом. По-моему, это называется вот так. Щух. Вжух. Вот они, названия подключений. И вот они же, но не названия, а уникальные номера. Так, это системный, а это наш. Обратите внимание, что в операционной системе тоже очень много, на дебаз-шине операционной системы тоже очень много подключений. В действительности очень много программ запущенных либо сообщают о себе операционной системе, что они там делают, либо наоборот слушают, что там операционная система им по протоколу дебаз расскажет по системной шине. Помните? Два типа взаимодействия. Выставить объект, который будет выполнять услуги, или подписаться на сигнал, который будет приходить от объекта. Вот ровно так, например, происходит реагирование на изменение системного профиля. Ну, какой-нибудь вот этот BlueYes, он тут, кстати, не включен. Вот. Это обработка событий, происходящих от Bluetooth. Только Bluetooth выключен, поэтому его нет. Вот. Вот эта обработка... Опс, мне туда запретили ходить. Ну, потому что запретили, да. Там можно и ключ подглядеть. Нет, нельзя туда ходить. Ну и так дальше. Вот их тут много. Да, уйди. А вот это наш дебаз, запущенный для нас. Тут, если посмотреть, видны разные вполне очевидные вещи. Ну вот это, например, интерфейс по дебасу для управления звуком. И мы его не будем трогать, чтобы у нас случайно запись не попортилась. Вот. Вот это интерфейс по дебасу, где он тут? Для управления программой Defeat, которую мы только что запустили. Вот. Ну, чтобы такое тут найти относительно простое. Notification, да, можно найти. Он довольно простой. А нет, проще всего этот самый. Проще всего файл менеджер. Вот. Тунар. Заодно расскажу о том, что лежит за подключением. Тунар. Дайте, где он тут? Орг, SFCE, Тунар. Вот он. Смотрите, вот это наш адрес. Это вот, как я уже сказал, открытый сокет. Вот он. Это Unix-домен сокет, открытый вот в этом каталоге. Вот это имя. А вот это его уникальное имя, вот то самое, которое он получает, когда коннектится. Когда сервис, объект коннектится к шине, он получает вот такое имя, но может запросить себе еще вот такое. Кстати сказать, если оно уже занято, там возникают какие-то, ему могут сказать, нет, извини, тут уже такое есть. Вася Пупкин уже есть. Что объект, подключившийся к шине, публикует? Он публикует так называемые интерфейсы. То есть по каким протоколам
он готов обслуживать клиентов, которые к нему приходят? Или по каким протоколам он готов посылать сигналы, которые он посылает? Вот список интерфейсов, которые есть у Тунара. Обязательный интерфейс, который называется Introspectable. Вот. Это для того, чтобы получать от самого подключившегося объекта, какого типа данные ему нужны и вот информацию об этом. Вот. Специальный интерфейс, который называется Properties. Всегда можно посмотреть. Интересно, string, что в GitHub говорится, неизвестно что? А, интерфейс говорится. А, string интерфейс. То есть надо что делать? А какой? Ну вот один из этих, да? Трэш, да. Org xfce.trash. Dins. Пробуем. Не хочет. Doesn't exist, говорит. Ну ладно. Это все равно для программистов, не для нас с вами. Вот. В данном случае я рассказываю об этом не для того, чтобы мы этим пользовались всем безобразием, а для того, чтобы понимать, что за чудеса происходят с вашим рабочим столом, когда в нем внезапно делается, ну не знаю, вот такое. Вот это куку откуда взялось? Но, видите, это кажется неким чудесным, странной штукой, но вот сейчас я про нее как раз и расскажу. Хорошо, значит, как видите, у него есть поддерживается интерфейс трэш и поддерживается интерфейс тунар. Свой собственный. К сожалению, стандартных интерфейсов она не поддерживает, кроме вот этих двух. И вот здесь где-то есть был display folder, во. Значит, смотрите, Tunar — это файловый менеджер, Tunar, в XFCE он так называется. И вот он поддерживает надо это закрыть, извините. Его интерфейс, который называется, собственно, XFCE File Manager, поддерживает метод, который называется Display Folder. Что он делает, мы сейчас узнаем. Обратите внимание, тут плохо видно в описании. У него надо передать два параметра. Строчку. Три параметра. Строчку. Экран, на который будет вывезено соответствующее окошко. И так называемый стартап ID, который я не знаю, что такое значит, и знать не хочу. Строчка. Файл, двоеточие, ну что там, home, Python, да? Это URL, не Python, а Python. Это URL, собственно, URL того фолдера, который будет открыт. Дисплей, давайте посмотрим, какой у нас сейчас дисплей. Я думаю, что двоеточие 0. Двоеточие 0, но это одно и то же. Это тоже строка, да? Значит, двоеточие 0. И какой-то идентификатор непонятно чего, ну. Пускай так будет. Что мы сейчас делаем? Мы посылаем объекту, мы вызываем метод объекта, который называется... не увидим это. А, вот он. Метод объекта, который называется org.xfce.tunar, и который по протоколу, по интерфейсу org.xfce.manager имеет метод displayFolder, мы ему посылаем запрос с содержимым, сообразно его интерфейсу, содержимым имя файла, дисплей, на котором будет открыто окно, и непонятный идентификатор, про который я ничего не знаю. Упс. Да, вот то, что сейчас произошло, это следствие того, что я послал по дебасу сообщение вот этому конкретному объекту.
Там есть какой-нибудь клоуз? Это, наверное, другой интерфейс. Это закрыть окно. Да? Это не... Ну, в общем, бог с ним. А, смотрите, у него даже сигнал есть. У него есть сигнал, который называется trash changed. Если что-то изменилось, в... Давайте я его открою. Делать ничего не будет. А, на него надо только подписываться. Сейчас, да, вот этот закроем. Во, trash changed. Если что-то изменилось в мусорном ведре, нам об этом сообщит, например, XFCE Тунар, который скажет, а, у нас ведро поменялось, туда что-то повалилось, какая-то ерунда. Вот. Итак, название подключения. Интерфейс. Сам объект. Объект называется orgsfcfilemanager. Видите, он через слэш пишется. Да? И в этом объекте есть соответствующие методы, и эти методы получают какие-то параметры. Маленькое отступление. Откуда все это пошло? Идея написать таким образом целиком даже целую операционную систему была давно. Если вы помните, возможно, вы помните, был такой проект, наверное, он до сих пор жив, который назывался Корба. Компонент, объект, что-то такое, не помню что. Идея состояла в том, что у нас вообще все объекты системы представляются как объекты, обменивающиеся типизированными сообщениями, вот такими. Распределенную систему, там еще на многих компьютерах же это может быть работает и так дальше. Самое смешное, что она даже была реализована в той или иной степени. Более того, она была реализована, допустим, в качестве графической среды, не помню какой. Получилось так медленно, что просто хоть стой, хоть падай. Если мы обеспечиваем все процессные взаимодействия уникальным, универсальным интерфейсом, то какой-нибудь, ну не знаю, там, копирование мегабайтов данных, щелкнул, пошел к шине, получил запрос, ходил, скопировал туда кусочек, получил ответ, скопировал еще кусок. И все это на прикладном уровне, да, сопровождающий сотнями переключений контекста. И все это 30 лет назад, 20. Есть еще проблемы с версией. Не говоря уже о том, что, как все честные люди, вот у каждого такого метода есть еще и версия. И если эти версии не совпадают, работать не будет. Ну, это такое для литого в чугуне программного обеспечения было сделано, разработано. Короче говоря, все это не работало. По-моему, в каком-то из КДЕ, чуть ли не в третьем, во втором... А? Или в первом году. Короче, были люди, которые пытались его реализовать. Вот это работало из рук вон плохо, и поэтому стали делать такие замены. Наиболее адекватной оказалась замена только шины, по которой взаимодействуют приложения по данным. Вот если вам нужно передать файл, вы говорите, вот тот файл передать. Сам файл забираете. Если вам нужно, не знаю, убить процесс, вы просто убиваете процесс. Или породить его. Не надо вот так вот это делать. А вот если вам нужно ввести новый уровень, ввести более высокий уровень абстракции и сказать, у нас здесь возникает событие, а вот там должен породиться процесс, вот тогда надо воспользоваться этим методом. Значит, ну, мне кажется, тут достаточно прозрачно, да, вот запущены какие-то программы, они регистрируются на шине как какие-то объекты, как какие-то подключения, вот это само подключение, вот, объект называется вот так, у этого объекта есть методы, и эти методы можно вызывать. Сейчас, тут есть notification. Давайте мы раскроем тайну, как этот notify sent работает. Org free desktop, да? Free desktop. Вот он, notifications. Давайте мы пошлем это руками. Нет, это quit. Вот. Notify. О, сколько тут всего. Ну ладно, сейчас пошлем. Значит, первое. Какая программа посылает нотификацию? Я посылаю нотификацию. String upName. Win32 replaces ID.
Никому не нужно. Ноль. Нужно. Нужно? Что нужно? Один. Нам не нужно, вообще нужен. А для чего он нужен, кстати? А для того, чтобы у каждой домяшки есть некоторые ID, они присваиваются последовательно. Угу. И иногда она может устаревать. А, этот номер нужен для того, чтобы внезапно... Мы послали, она там висит, а она уже не актуальна. И с ней надо что-то сделать. Убить ее, пока она висит, или что-то такое. Да-да-да. Окей. Иконка, которая там появится, summary. Summary у нас традиционная. Body. Body у нас тоже традиционная. Array of actions. Array. Пускай будет пустым. Так? Что, что она может... Да, то есть на этом сообщении нотификации можно еще какие-то кнопочки навесить. Не будем этого делать. Какие-то хинты, я уж не знаю, что это такое. Это словарь, значит, мы напишем вот так. Пустой словарь. И expire timeout. Ну, сколько timeout? В чем он, кстати? В миллисекундах. 1000 миллисекунд, 1 секунда. Шмяк. О, видали, на 1 секунду появилось. Сейчас давайте поменяем на 10 секунд. Шмяк. Это 10 секунд. Я могу на нее кликнуть, она сама исчезнет. К утру сам развеется. А черт, а я раньше кликнул. Но, тем не менее, вы видели, что оно происходит. Отсюда ясно, какие... Отсюда ясно, что? Мы с вами до сих пор рассматривали ситуацию, когда операционная система управляется вообще прямо из командной строки. Не является исключением, скажем, Daemon System D, у которого вы пишете специальные сервисы, которые это делают. Тут мы на самом деле заглядываем, вот то, чем мы сейчас пользуемся, это вообще не интерфейс управления командной строки. Это заглядывание в кишки внутрь межпроцессного взаимодействия. Ну, посмотрите вот сюда. Как вы себе мыслите программу, которая из командной строки такую штуку бы послала? Вот-вот. Опять же, спасибо Арсению, который заботливо приготовил целых 2 примера. Да? О, вот это. Так, это что? А, вот это вот послать сообщение, да? Только тут не 10. Нет. А, это не сообщение послать, это открыть браузер. Только нету. О, смотрите, вот вам, пожалуйста. Я сказал, есть командная строка, утилита командной строки, но она выглядит, ну, посмотрите вот сюда. Мы с Арсением потратили час на то, чтобы построить. Брожение по документации. Короче, она есть, но она не для нас, она для программистов. На самом деле тут какая-то ошибка, потому что дисплей должен быть 2.0. О! О! Я заставил объект под названием... Давайте смотреть, что. Объект под названием org.svc-файл-менеджер, подключенный к шине под именем org.svc-файл-менеджер внезапно, имеющий метод org.svc-файл-менеджер-дисплей-фолдер, я заставил его открыть, я передал ему параметры, какой фолдер, какой, вернее, не здесь, на каком окошке открывать, и вот этот непонятный ID. И он открылся. Это не был запуск программы, Тунар, да? Это обращение к его подключению через дебаз. Чтобы написать вот это, сделать документацию, надо будет вызвать распекцию этого бита. Более того, еще надо почитать документацию на том, как оформляются вот такие вот штуки, например. Вот. Что еще хуже, DebugSend пока что не поддерживает новомодный тип вариант. Дело в том, что они устали с этой типизацией, и у них теперь есть универсальный тип, любой тип данных. Вот. И этот любой тип данных, кажется, DebugSend не умеет посылать. Вот. А это что такое было? А,
Дебасант не умеет, а Гдебас умеет. Вот таких командных утилит, значит, есть Кудебас. Он тут стоит. Как видите, то же самое. Гдебас. Что там можно сказать ему? Интроспект. А нет. А, он не умеет показывать список как раз. Ну и ладно. Интроспекты есть, нет? Интроспекту нужен объект. Нет, ему нужен объект. Он лист не умеет делать. Вот, не умеет. Значит, ну и вот их много разных. У каждого свои идеи. Значит, нужно это для чего? Нужно это для того, чтобы современное состояние системы, которое требует много шеллскриптинга, позволило вам из шеллскрипта посылать такие сообщения. Вот это пример, как с помощью gdbus'а. Сейчас. Вот это пример, как с помощью gdbus'а таки да послать сообщение. Давайте смотреть. Минус-минус session означает, что мы сходим не к системному дебасу, а к нашему пользовательскому. Минус d означает, что мы будем ходить к destination, к объекту, к подключению Orpheus Desktop Notifications. Нет, не подключению. Вот, да, к подключению. Минус o означает, что объект, который получит наше сообщение Orpheus Desktop Notifications, метод будет вызван notify. Дальше те же самые параметры. Название приложения, номер нотификации, сообщение. Нет, это что? Иконка. А, иконка, да, иконка, заголовок, текст сообщения, волшебный параметр непонятно что, который мы передавали, просто пустой словарик. А, нет, пустой список непонятно чего, этих самых дополнительных акций, пустой словарик непонятно вообще чего, хинтов, и 3 секунды на похоже, что 30. Может, нет, не важно. А, по умолчанию не хочет. 3 секунды. Мы просто не дождались. Я начинаю возвращать там, собственно, идентификатор нашей сообщения. Да. Вот она была пятая сообщенька, сейчас будет седьмая сообщенька, восьмая сообщенька, видите, да? Вот. То есть какой-то командный интерфейс к этому есть. Можно ли им пользоваться по-человечески? Я честно сомневаюсь. Вот. Это для программистов. Тем не менее, обратите внимание, что программисты не дремлют. Программы, которые сейчас запущены, они друг с другом общаются ровно таким способом. Это гораздо удобнее, чем писать файл, читать из файла, вот это все. Потому что для программистов типизированный обмен – это очень любимая такая штука. Вот. Видите вот эту красную кнопочку? Если я ее нажму, у нас закончится запись скринкаста. Потому что я воспользовался для того, чтобы записать скринкастом, запустил специальную программу, которая называется «Яд», извините. Вот. ПСС? Ну да. Вот она. Которая зарегистрировалась в трее, да, и обрабатывает нажатие на этот трей. Нажатие будет запуск вот этого шеллскрипта. Так что мы пока находимся в плане развития всего этого безобразия где-то посередине. Вот между каким-то идеалом, когда у нас метод управления системой и метод управления рабочим столом будет одинаковый, и не надо будет заучивать 3, 4, 5, 6 разных различных систем этого дела. Да? И какой он будет, пока непонятно, да, потому что... Что? О, я обещал рассказать еще об одной фишке, почему, собственно, мы в таком положении уже сколько там? Ну, лет 5 точно. Смотрите. Где там наш дефит? Обратите внимание на то, что тут есть большое количество зарегистрированных объектов, которые, ну скажем, дефит говорит, что они объекты как бы есть, но их как бы нет. И что их можно активировать? Activatable. Видите, они еще этим
курсивом обозначены. Что это значит? Это значит, что на самом деле обработчики для них еще не запущены. Вот я кликнул на него, и обработчик запустился. Кстати, он запустился, интересно. Да. Это, если не ошибаюсь, какая-то фигня для просмотра... А, да, для работы с веб-камерой. Типа, скажите чиз. Вот. Она не была запущена, пока я вот здесь вот не кликнул вот сюда. Тут бац, она запустилась. Вон тут прям написано. Там командочка прям написана. Вот. Чиз. А я ее деактивировал, я ее убил. Я от нее отключился, она умерла. Я к ней подключился, она запустилась. И дальше мы можем заставить этот чиз что-нибудь делать. Ну, не знаю. Не туда попал. Да бог с ним, что делать, это, в общем, не важно. Что-то тут у меня с мышкой не так. А, или она просто умерла, слушайте, она просто умирает, вот что. Через некоторое время она самоумирает. О! О, видите, что она сделала? Она запустилась, мы ей не передали ничего под Ивасу. Она и умерла. То есть, Дебас поддерживает специальный метод активации и запуска обработчиков по вот этому интерфейсу. То есть обработчика нет, я в него потыкал, он есть, Дебас запустился. Вам это ничего не напоминает? Это же активация в SystemD. Сейчас они договариваются, кто же все-таки должен запускать программу. SystemD или Дебас? И по этой же причине, в числе прочих причин, Дебас был и остается прикладной шиной, и в ядро ее никак не собираются включать, потому что когда ядро внезапно появится второй механизм запуска приложений через другое место, вот. Да еще такой вот, на C++ написанный, неверифицируемый. Это будет уже совсем решено. Вот. Так что будущее наше достижимо еще неизвестно когда. Вот. И мне кажется, опять же, вот тут уже такое чистое вангование, я не знаю, насколько я прав. Мне кажется, что результат будет такой, что из Дебаса выпилят все то, что должен делать, что должен обслуживать системный демон, активацию, что там он еще умеет такое? Да, оставят только межпроцессное взаимодействие, сделают ее надежным, а то еще, поскольку сейчас за Дебас отвечает приложение, оно и упасть может. Приложение упало, все, у вас никто ни с кем не сообщается. Вот. И тогда его можно будет уже смело впиливать в ядро и поддерживать вот эти спизерные сообщения, передачи через ядро. Там будут свои проблемы, например, переполнение буфера, блокировки, кто ж без детских проблем, когда жил? Вот. Чтобы закончить сегодняшнюю лекцию, давайте еще немножко поговорим о самопровозглашенных этих стандартизаторах, да, которые на самом деле первое, что они говорят, нет, мы не делаем стандарт. Что сейчас так или иначе, о чем сейчас так или иначе договорились или уже прямо сейчас договариваются люди, которые делают графическое окружение и все остальное? Например, все уже, например, договорились о такой штуке, которая называется спецификация десктоп-файла. Десктоп-файлы я на одной из лекций показывал. Это BSD. Десктоп-энтри, да, десктоп-файл. Вот это десктоп-энтри, да? А это мы сейчас вернем назад. На самом деле, не такой уж простой формат, как видите.
который включает в себя, во-первых, описание того, а что, собственно, за объект мы описываем, какая будет у него иконка, какие у него будут, какое у него будет описание, причем на всех возможных языках. В каких случаях его показывать, в каких не показывать, например, если он специфичен для определенного вида десктопа. Связь его с DBS-ом. Вот. Если это запускаемый файл, какую программу запускать? Запускать, может быть, его в командной строке. Если эта программа поддерживает открытие файлов, то типы файлов, согласно стандарту MIME, которые могут ею открываться, очень удобная вещь, потому что составляется специальная база данных этих MIME-типов, и когда вы тыкаете файл на десктопе, вам предлагаются именно те программы, которые зарегистрировали себя как отвечающие за такие MIME-типы. Вот. И классификатор. Довольно забавный, но все-таки классификатор. Ну, еще кое-какие штуки, ну, например, стартап Notify, нужно ли рисовать прыгающий курсорчик, когда эта программа запускается, вот это все. Вот, пример десктоп-файлов, давайте мы это закроем, волшебство. Десктоп-файлов. А, надо было начать с предыдущего, надо было, конечно, начать вот с этого. Ну, окей. Хорошо. Мы потом с этого начнем. О, Firefox Desktop. Чего? Не помню, кто требовал, чтобы он был исполняемый. Не помню, кто. О, смотрите, какая штука. Что мы видим здесь? Мы говорим, что... Мы видим, что... Вот за этим он исполняемый. Это XDGopen скрипт. Вот. Помните, как устроен сценарий в Linux-системе? Мы пишем вот здесь в виде шибанга обрабатывающую программу, и тогда этот файл можно запустить текстовый, его обработает вот эта программа. В данном случае она называется XDGopen, которая обработает десктоп-файл открытый. Вот. То есть это можно запустить просто, поэтому он вполне. Вот глядите, запустить программу Firefox с параметром %, не знаю, что это такое, я думаю, что URL. Взять иконку Firefox. Есть стандарт, у нас уже не хватит времени на то, чтобы его вспомнить. Есть стандарт на то, во что, собственно, раскрывается написанное здесь слово Firefox. В специальном месте, нас там заранее определенном, лежат иконки, которые разделены на icon sets различные, которые, в свою очередь, разделены на растровые иконки и эти самые векторные, и разных размеров растерные, разумеется. И сообразно тому, чего хочет ваш рабочий стол, будет выбрана нужная иконка. Или правильного размера, или если есть векторное, то векторное. Да? Ну, в общем, вот. Поскольку стандарт есть, считается правильным тоном написать здесь сюда просто название файла. А уж какого он размера, где лежит и значит, какой имеет конкретный тип, это не ваш ум отдел, пускай стандарт разбирается. Можно и наоборот. Что? Если там нету почечения. Да, прям путь написать, да, можно. Вот, тип приложения, то есть он будет запускаться. Название на разных языках. Блеер. Африканс, это язык африканс. Я очень хорошо его помнил, всегда первый в списке языков. А последний йоруба, да? А на йоруба нету названия. А, он не последний, последний китайский. Специфический китайский, нет, зу. Зулу? Наверное, Зулу. Супер. MapType. Смотрите, в этом десктоп-файле специфицировано, какого типа файла будут открываться, как эта программа может открывать. В данном случае это, ну, понятно, всякие HTML. Да. Вот. Нужно ли рисовать прыгающий курсорчик, если кто-то хочет рисовать прыгающий курсорчик? Нужно. Отдельный, начинающий на букву X минус, дополнительное поле, которое стандартом не предусмотрено, а которое будет разбирать конкретный десктоп, в данном случае KDE. Разницы не вижу. И категоризатор. Вот такой файл является файлом описания не только программ, но, допустим, каталог тоже можно таким образом сделать. Или это будет просто каталог, да?
Тут все просто. Да, тут это просто каталог. Ну ладно. Не буду тогда тратить на это время. В общем, десктоп-файл может быть описателем не только программы, ну и, например, урла, который открывается, ну еще чего-нибудь. Он довольно сложный, видите, тут много разных дополнений, которые тут можно вставлять. Здесь нету О. Тут даже есть в формате XML описание того, как происходит Debus Activation. Ух ты ж. Вот. Здесь нету, конкретно в этом Firefox не было, но на самом деле там предусмотрено чуть ли не три разных имени. Есть имя, есть generic name и есть comment. Это три строковых поля, которые описывают просто название программы. Ее, скажем, общий вид, например, браузер и коммент, ну там, расширенный. Да, ну, например, там, ну не знаю. Да, вы можете ходить по интернету смертно, там, браузер. А вот тут даже написано, я соврал, смотрите. Mozilla, веб-браузер и коммент. View sites on internet. Слушайте, прям вот, да. Так, нам пора заканчивать, хотя мы насколько позже начали? Минут на 20. Ну, значит, у нас есть еще немножко минут. Что еще? Откуда взялось слово «рабочий стол» вот здесь? Рабочий стол. А это тоже часть стандарта. Вот это тот самый стандарт, который открылся у меня первым. BASEDIR. Вот. И на самом деле он не такой простой, что рабочий стол должен называться рабочий стол. На самом деле у вас есть специальное место, где определяются соответствующие переменные. Вот такой sdg.data.home, вот такой sdg.config.home, например, ну и так дальше. Они все определяются, и сообразно им у вас уже идет именование ваших каталогов. Где-то тут должно быть... Нет? Нет, да? XDG нету? А, да, а он юзердирс называется, он не XDG, да? Вот так он называется. О! Еще есть точка локали, но это то же самое. А, и локаль от него. Таким образом, у вас вот может называться как угодно. Например, у вас может не создаваться куча вот этих вот всевозможных шаблоны отдельно, там видео, изображение, вот это все. А может везде написано быть, например, home. И тогда у вас все будет складываться в home. Загрузки будут в home, документы будут открываться в home, ну и так дальше. Вот. Или, допустим, это будет написано не по-русски, а там на каком-нибудь другом языке. Бога ради. Программы, которые поддерживают этот стандарт, будут ходить не в каталог под названием «рабочий стол», а в каталог, название которого указано вот этим вот, вот это переменное окружение. Вот. Или же лезть вот в этот файл и читать эту всю, весь набор. Точно так же. Конфигурационные файлы лежат в каталоге .config, я поэтому про это говорил. Так это тоже, по-моему, где-то описано в каком-то из стандартов. Вот. Точно так же, какой-нибудь кэш лежит в каталоге кэш. Зачем его там отдельно держать? Потому что этот кэш можно сносить безболезненно для всего. Вот. Раньше был отдельный каталог thumbnails, точка thumbnails, теперь он приехал в кэш, потому что это очевидно кэш. Тоже стандарт. Что еще интересного можно посмотреть? MIME-type можно посмотреть, да? Из того, что... А, вот, спецификация меню. Вот это меню, оно, вообще говоря, генерится на основании анализа десктоп-файлов. Но есть и специфика, потому что, ну, понятно, да, не всегда пачка десктоп-файлов однозначно соответствует тому, что должно появиться в меню. Поэтому у FreeDesktop есть также рекомендация по тому, как, собственно, из каких... Из чего состоит меню и как его
как его собирать. Например, что писать в десктоп-файл для того, чтобы из него было сгенерировано меню правильной категории. Вот. Опять же, как человек, который пользуется Linux уже довольно давно, скажу, что, допустим, об этом в сообществе Debian, об этой проблеме задумались еще, не знаю, там, в прошлом тысячелетии и разработали свой собственный формат меню, которым больше никто не пользовался. Вот. Ну, потому что, ну, никто больше не задумался о том, что это проблема. Понимаете, вот там 20 лет назад накидать какие-то, значит, пункты в меню, это было дело администратора, там, он делал это раз, там, не знаю, во сколько лет, ну, в общем. Вот. Наверное, вот это еще полезно посмотреть. Тип описателя того, какого типа являются данные, MIME type. Что-то не в обратном порядке. Довольно сложная штука, кстати, этот MIME type. Ну, давайте посмотрим. То есть есть специальный каталог, который называется MIME Types. Давайте посмотрим. Да, вот так. В котором в специальных подкаталогах лежат описания всевозможных типов файлов. Ну, не знаю, там, xbitmap. Чё-чё-чё, bitmap, я сказал. И какой-нибудь... PNG есть тут? А, просто PNG, естественно. О, о, вот он. В нем, правда, в формате XML описано... Ну, соответственно, он, если это формат XML, то он так, ну, условно, не для пользователей, в смысле, не для людей, да? Для... Не для людей. Вот. Описано, ну, во-первых, всевозможные названия. Ображек. Образок PNG. Вот. Как, предположительно, будет выглядеть файл, да? Коммент. И, собственно говоря, само наличие этого MIME-файла позволит к нему обратиться, к, сказать, что я буду использовать вот эти образок PNG. Вот. А потому по содержимому кэша этих MIME-ов будет выяснено, что это на самом деле файл звездочка.png, и, ну, и пошло-поехало. Прямая связь к тому описанию, которое было там. Кстати, должно быть еще... Собственно, описание, где оно? А, вот, type image png, вот. Вот, вот это главное, что, собственно, что. Вот. Уникальный идентификатор файлов типа png в системе MIME. Ну, не знаю, там. Да, привязка обработчиков туда. То есть мы открываем файлы вот такого типа, окей. В списке есть, знаем, какое расширение. Знаем, как называется, знаем, как про них писать на разных языках. А тут больше всего. Ну, потому что это вот VND. Почему VND, кстати? А, VND. Ну, пожалуйста. А, это понятно, да. Ну, короче. Во. Да, вот, 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 текст. Это что? Это ODT-файлы. Обратите внимание, про них еще известно, что они zip. Вот. Про них известно, какие иконки к ним приляпливать, если таковые есть. Рекомендация, какие иконки приляпывать. Соответственно, есть стандарты на иконки. Что? Автостарт еще, наверное, стоит, да. Автостарт стоит, потому что
Стандарт на трёшь, кстати. Автостарт на Букмарке, например. Да? Стандартный автостарт интересен тем, не тем, какой он. Вот он какой. А тем, что он существует и, собственно, входит в конфликт с понятием автостарта путем запуска через систем-D. То есть, вот все это все еще варится, мы прямо посередине этого сейчас застряли. И когда они до конца договорятся, неизвестно. И тут мы прям видим try.exec, да, автостат файл, автоопен файл. Ну, короче, похоже, что этот 2006 года стандарт уже никому не нужен. Вот. Еще больше у них всяких предложений в развитии. Например, drag-and-drop какой-нибудь. Например, который уже, в общем, работает. Например, что? Да, например, спецификация того, что должен уметь делать Windows Manager. Например, спецификация того, каким способом передается информация, которую вы положили в X-Clipboard, в буфер обмена. Это ведь очень важно. Вы в одном месте скопировали буфер обмена, в другом вставили. Что там лежит в этом буфере обмена? Как сделать так, чтобы то приложение, которое вставляет, действительно вставило то, что вы скопировали? Как скопировать, да, что тоже не очевидно. Вот. Ну и так дальше. Время у нас уже не очень много, уже 9 часов вечера, поэтому пора заканчивать. Резюме. Что я не успел сегодня сказать? Про что? Про экзамен не успел сказать. Значит, давайте посмотрим, когда у нас экзамен. Нет, сначала резюме. Резюме такое. Когда вы работаете с Linux-системой с графическим окружением, управлять самой системой вы можете из командной строки совершенно безо всяких проблем. Некая подковерная жизнь этой графической среды, какие-то сообщеньки, которые появляются, внезапно возникающие смонтированные устройства, и вот это все результат обмена этих самых приложений данными друг с другом и с операционной системой, скорее всего, с помощью пресловутого DBAS. Вот. Самозапуск приложений тоже, как видите, DBAS умеет их активировать. Вот. Ничего на самом деле подковерного в этом нет. Просто внутренности этого обмена данными не предназначены для чтения глазами. Мы с вами это видим. Если очень хочется, это можно сделать. Если очень хочется, можно пронаблюдать, как это происходит. Есть, в конце концов, DBAS монитор, который вам покажет все, что происходит с программами. Смотрите. Не показал. А, это не тот DBAS. Да? Не хочет. Что-то он не хочет показывать. Кто там может с DBAS'ом с чем-нибудь обновить? А, слушайте, ну давайте запустим этот, как его. Давайте запустим. Допустим, да, DFIT. Я думаю, что там на DBAS-мониторе сразу появится много-много всякой ерунды. Ну-ка. О-о-о! Это DFIT просканировал весь наш DBAS. А DBAS-монитор тоже сканирует, кто ходит к нашему DBAS. О-о-о! Ладно, DFIT-то фиг с ним. А, да я знаю, что надо сделать. Надо послать сообщение соответствующее. И там как раз оно подмониторится. Вот, точно. Его отпустило. Давайте посмотрим просто сообщение. Давайте скажем так. Как там? Notifying send, да? О! Вот она. Узнаете? То есть посмотреть всегда это можно. Вот. Ладно, выключаем.
пора заканчивать. Короче говоря, посмотреть всегда это можно, посмотреть, что происходит, можно. Можно даже воспользоваться какими-то программными средствами, которые на это реагируют. Но лучше, если вы действительно хотите этим пользоваться, написать свою собственную программу, ну, скажем, на Питоне. Вот. Нет у нас сейчас примера работы этой штуки на Питоне. Кстати сказать, может быть, в следующем семестре в курсе по Питону я про это расскажу. Вот. А может быть и нет. Любой высокоуровневый язык программирования подходит, где не нужно вот, вот все это вот подчищать и там на двух экранах готовить данные, а потом их тыкать. Скажем так, программа интерфейс к DBASу есть и сишный, естественно, но документация по сишному интерфейсу к DBASу открывается словами, если вы ну, случайно открыли эту документацию, закройте, никогда не пользуйтесь. Не надо писать на C, пишите на высокоуровневых языках. Вот. Окей, экзамен. Значит, экзамен у нас планируется 20-го, я правильно понимаю? Или все-таки 27-го? То есть, 27-го. Вроде как 27-го, потому что 20-го мы решили, что можно лекцию еще провести. Ни слова про патент не сказать. Ну да, нам одна, да, хорошо. Экзамен планируется 27-го. На экзамен надо записываться. Куда записываться? На почту. На почту. Просто слать мне почту. Причем в этой вашей почте обязательно должно быть слово «экзамен». А, нет, или слово «Unix». «Экзамен». Ну, слово «экзамен», хорошо. Linux. Да, обязательно ключевые слова, обязательно, в любом порядке, обязательно должны встречаться ключевые слова «экзамен» и «Linux». Тогда я увижу эту, она у меня в отдельный упадет ящичек, и там я вас посчитаю. Экзамен будет происходить так. Я постараюсь за ближайшие... не за эту, за следующую неделю написать список вопросов. Это будет довольно большой список вопросов, по несколько штук на каждую лекцию. И мы с вами сядем, например, здесь. В зависимости от того, сколько будет народу, будет соответствующее число экзаменаторов, поделимся там примерно на, по 7 человек на одного из экзаменатора и поговорим про весь курс от начала до конца. Это будет длиться, ну, где-то, наверное, часа, наверное, 2. То есть, может быть, пораньше он будет, не в 7 часов экзамен, а, скажем, в 6. Вот. Соответственно, по экзамену можно получить любую оценку, и в том числе не получить ее, потому что, ну вот, имейте это в виду. Вот. Если кому-то нужен зачет, а не экзамен, говорите об этом заранее. Зачет соответствует четверке. Тройке не соответствует. Все. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Ну, уже все спать хотят. Мне кажется. Вот я сейчас нажму на эту кнопочку, и она по какому-то специальному этому самому протоколу вот дернет. Кстати, нет, это, наверное, трей, это... Наверняка есть спецификация трей, нет? Есть. Вот по этому протоколу она дернет соответствующее приложение. Вот. И у нас закончится скринкаст.